بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام علیکم عزیز اکانی من. سلام علیکم دختر بنازای من. Здравствуйте, мои милые друзья. И мы сегодня вновь с вами. Хочу вам показать большущую коллекцию. Также опять вечерних, нарядных, на каждый день. Всеми полюбившиеся в мире нарядных платьев, мои хорошие. Сейчас я вам начну с наших моделей и буду вам рассказывать, из чего состоят ткани и из чего они такие красивые, они такие жемчужные, они такие светлые. Сейчас я вам покажу. Мои хорошие, сейчас мои девочки задерживаются. Хочу вам сказать, получили новые новинки. Иншалла, у нас еще завтра будет видео. Может, еще и послезавтра будет видео, если я успею, не уеду. Но если я уеду, мои девочки, Насиба здесь. Она вам дальше будет проводить наши любимые с вами видеообзоры. А теперь, мои красавицы, давайте я вам покажу, пока мои девочки придут, я вам покажу с наших новиночек. Давайте мимо пройдемся, пока девочки пройдут, и я вам покажу вот такую красоту. Посмотрите, это все ручная работа, это все дорогая органза, это все, девочки мои, шикарный, воздушный, качественный, люксовый, самые лучшие модели в мире, как бы сказать, самое главное, по всем доступным ценам, девочки мои, с этими моделями и в пир, и в мир вы проведете, и все ваши мероприятия, и все ваши дела, вот эта вся красота, я вам все буду рассказывать, смотрите, какие модели, буду все рассказывать, и про ткань, и про качество, и про модели, девочки мои, какая красота пришла, посмотрите, у нас еще есть такие красивые модели, сейчас я вам все буду рассказывать, и обязательно мы будем их на моделях показывать. Сейчас мои девочки одену, я вам показываю модель 42, 48 и 50. Три модели вам показывают, и вам будут все это показывать. Иншалла, девочки мои в студию, смилой рахмон рахим, во имя Всевышнего Аллаха мы начинаем вот такие модели, чтобы нам было добро в наших делах. Пожалуйста, девочки мои. Посмотрите, какая красота. Дахтабана Зойма, Мехрубона Койма, Ина Нигахкне Чхель Мадела Кой Хшру, Барой Шмора, Ина Михель Маделой Фасон, Барой Шмора, Ина Дару Забону ему ткань, шелк, жатка, дубайский. Его Ира Мешаваки, Катири Мешок, Пуши, Ира Мешаваки, Хамихель Пуши, Кати Арган, Остина Кош, Дахтаро, Хаммаш остиной, нигах не диди дыхтаро, ио хаммаш дорогой сваровский сангохан. Хама их шругио мирован размерошина далола джонимо, то панджо шаша размера, одами пушитаги, якташа ме пушао, дигаша хамитано пушита, имруз гирифтан брафтан дыхтаро. Бехад маделахой хшруб, нина нигах не новый новиночка дыхтаро, модели наву мадагия, ткань. Чхели машмура гуфтабдам, дорогая органза, органзухой, ихели ваян дыхтару хамильонан органзай лазерняй. Ай модель мободика моделю дождем, ибо новинка у мадагия дыхтару мешаваки мепушиш ба пайсочек, видите, мешаваки мепушиш бейчи. Дыхтару, наха, ихели моделю дыхтару ванозойман, а кысар мекне моделю ранишу тема хамтар ба забони уруси гармезан, бару ки бисьорио меган ки дыхтару ки шмо забони милати хтуна фромуш кадагиен, факат ба забони уруси гармезан, дыхтару ванозойман, мода шари федерация Россия, мо боят авал. Хамаша базабони уруси буфамунем, буткнем, халоскнем, нархнавоша мегмто, бардавомша базабони точки. Шмо медунеки, махсадмо, бояд бахонун койдай шахри, дигаки рахнем, бояд бахонун койдаш риоякне. Барам карадахтаро, хози хамаша базабони уруси габ мезана, бо ба дар умадыш базабони точки габ то мезанама, бо да охир хамаша катишмо, чорта чаксар мегнем, иншалла, хадона симу гардуна. Ина асальджоной ман, мехрубона койман, ина нигакне. Мои девочки, мои милые друзья, получили вот такую шикарную
ручную работу для невест платья, тем девочкам, которые просто ищут скромное платье, без ничего, без таз, просто чтобы оно было белое, немножечко такое классическое, без всяких пышностей. Вот, мы вам привезли вот такое свадебное платье для никаха, для подружки невест и для всего, что надо. Вот эта модель, мои хорошие, смотрите. Вот такая красота. Органза, дорогая органза на подкладе. Подклад не электризуется. Модель самого высокого качества. Смотрите, какая она красивая. С таким поясочком и вот такими дорогими девочками, а вот такими этими. Все это сваровские камни, и это все ручная работа. К нему же поясочек съемный. Можете, хотите, с поясочком будете одевать, а хотите, просто поясочек снимите, и оно будет белое свадебное платье. Без ничего. Белый платочек, тоже так же корона и сверху тур. И эта вся красота только для вас, мои хорошие, будет по доступной цене. Я сейчас вам все цвета покажу и все дальше расскажу. Как, мои хорошие, смотрите, здесь идет подклад. Вот. Подклад по всему платью. Посмотрите, нигде ничего не видно. Дахтабанозом, посмотрите ткань, как она переливается. И она, этот органза, дорогая органза, девочки мои, по доступным ценам вам вот такие наряды. Теперь пойдемте. Также у нас пошли. Вот, насиба, который сейчас вам одела, это был тот цвет, я вам покажу. Вот черный цвет, смотрите, какой он насыщенный. Это все ремешочек, ремешочек, ручная работа. Можно с ремешочком, можно снимать. Дорогая органза, и все на подкладе. Размеры 42 по 46, а не, по-моему, до 46. Но 46 идет до 48, 50 размера. Посмотрите, вот. Вот такая красота, видите? Все на подкладе. Подклад не электризуется от того, что это все дорогие ткани. Посмотрите, как она переливается. Вот. Теперь идет черный, идет белый, черный. Золото, девочки, вот золото, посмотрите, какая. Дахтабанозо и нештилоя. И бежевые, бежевишники, тари зарметя, да, хри чилоранга. И найпешни гокны от того, что и органзахай, и на бухамай, и подкладура. Любой мумин мусульмани хадну, я любой бачой хадну, мар бачой хадну, и на тасмаша агар выгирем, и на нигакне диди, и на тасмаш. Тасмаша ки гирифте, кырта, аджой вот кшоди хышу, касера мефора, мақсад арусако, тасмаша мебандан, дарузи туишу, все таки арусанко, да я гон джой бегунанесан, кыртохой арусиян, она, да хар джо меша пушидат, бе тасмаша меша, она буфурат, Мисоша, ода мой кудак до, бетасма, тило, ина, дахтаро, асфальтный цвет, серый, темно-серый цвет, шругиша бине, а мою подкладура, все эти модели, шикарные модели, они все идут на подкладе, вот насибочка наша одела, вот, смотрите, вот. Такая красота, посмотрите, какой у нее поясочек. А самое главное, девочки, мы в этой модели. Мне очень нравится ее ткань. Вот мои красавицы пришли, начинаем. Пожалуйста, девочки мои, вот такая красота, все для вас. Посмотрите, наша Лолочка с Насибой, вот такие наши прелести. Дахтабанозо никак не чхэльмезибабу, как зебдодас. Инага. هر یکی یا برای شما را مدلی خچونه نشون داده ایسان. لولا جان مدلی خچه، روزابون مدلی خچه، نصیبه مدلی خچه نشون تو داده ایساد است. همه مدل را برای شما را دختبانو زنی گه کنه. خشروگی را دیدی؟ ماشاءالله به حد زیب داده است لولا جان. اکت را همه چی میزیبه؟ این خیلی خشروگی را بینی.
یا همش مدلوی نوان برای شما را حاضی نیشون تو میتیم. این عدتانه نصیبه جان ارگانزه. ارگانزه که باور کنه دخترو ما داشته ایره رکلام هم نمیکنیم. همی تمیوین میگیرن شمی روان. این دیده دخترو چخل خوش رو. دیوچکی مایی بود سیره цвет. Это темно-серенький такой асфальтный цвет. Он всегда в моде. И этот цвет всегда всем полюбивший. Вот цвет любимой Насибочки она одела. Иншалла, она вам будет делать видео. Потому что, как вы знаете, я еду в паломничество, в большой хадж, мои хорошие. Но еще мы с вами поговорим на эту тему. Сейчас, пока я здесь, я очень, у меня много работы, но я с вами хочу показать. Вот, смотрите. Пока эти дни я вам сделаю, сколько смогу. Вот, мои хорошие, посмотрите, какая красота. Вот, посмотрите. Посмотрите от того, что вот. Я ничего не делаю, девочки мои. Вот, видите, от того, что дорогая ткань, она не прилипает, она не электризуется, потому что ткани заказные привозят из Дубая, из всех, все это аксессуары, вот эти вся красота, это все Сваровский, при покупке вы сами увидите, это все вот такие, они стеклянные, видите, это все ручная работа, подклад тоже под заказ, все ткани, все модели, все это привозится под заказ и шьется. За это они все не электризуются, все натуральное, все шикарно и все очень красиво. И все эти модели всему миру нравятся, всем, кто нас видит. Даже с других стран нам, представляете, нам звонят с других стран, как можно заказать. Мы говорим, никак, как можно заказать? Вы же не на наших стороне, как мы вам можем отправить? Все звонят нам, как можно у вас заказать, девочки мои. Ну вот, говорим, никак мы не можем вам отправить. Посмотрите, серебро. Если вы в реале придете, девочки мои, если вы желательно, делайте фото, пожалуйста, мои хорошие. У меня павильон, вот сейчас я вам делаю видео, это просто мы на дороге делаем видео. Наши павильоны не такие уж большие, но они нормальные, они как бы сказать бы по цене, они нормальные, это самое, но они не слишком большие. За это у нас модели все как гардеробе. Как вам сказать, они все вот так плоть-плоть повешены, и всю красоту я вам просто не могу показать. Вы сделайте скриншот и проходите, вам быстренько мои девочки найдут. А если вы скажете, вот та модель с того видео, они никак вам не найдут, потому что, мои хорошие, вот мы сколько вы видели, 20 пакетов было, 20 пакетов, и они были в модели, они все были самые лучшие модели. У меня еще только остались для видео. Все это уже наполовину разобрано. Это по правде, девочки, за это мы делайте фото. Если вы размер не найдете, мы сразу закажем ваш размер, и мы вам сразу подберем, оставим, вам позвонят, вашу модель приготовят. Вот. Сегодня была суббота, и мы почти все те модели, которые вчера сделали, уже там разобрано. Вот серебро. Также, смотрите, вот, видите, я вам просто показываю, девочки, вот, видите, ткань не электризуется, модели шикарные, под гарантию ткани, все это уже проверено. Так что, мои хорошие, вот теперь также белая органза. Вот, все, посмотрите, вот это все сваровские камни, видите, они живые, вот это все ожерелье, это все, вот модели, мои хорошие, это белая органза, тоже так же для невесты, тоже так же скромные платья, размеры тоже идут 42 по 46, 46 идут до 50, вот, тоже такие же скромные платья. Эти все модели, это вся красота, девочки. Самое главное, просто по доступной цене. Под эта цена. Мы здесь продаем 4-4-200. Ну, как смотря, да, ну, всякие же бывают. Тоже заработать надо, как мы же тоже не можем. Только для наших подписчиков, которые приходят, говорят, вы наши подписчики, мы ваши клиенты. Цена 3500 рублей. Вот такая модель. 3500 рублей. Свадебное платье оденьте, корону оденьте, платочек оденьте, тур оденьте, вуаль оденьте.
И будет свадебное платье по доступной скромной цене. Только для вас, мои хорошие. Эти модели по 3500 рублей, девочки мои. Самое главное, за модели я вам даю гарантию. Они очаровательные. Вот. Это органза черного цвета. Смотрите. Рукава, посмотрите, здесь как сошитые рукава. Рукава идут фонариком. Вот. Видите? Вот. Белая органза. Вот мои девочки пришли. Пожалуйста, наши красоточки. Вот, пожалуйста, девочки мои. Дахтабанузо нигах кнехаматон. И на мих шругьё хамаш барой шмора. Платки наши дубайские. У нас очень много платков, девочки. Платки на все цвета, просто мои модели, чтобы успеть, у нас же свет потухник, чтобы успеть вам все платья показать, они не, платки не успевают вам одевать. У нас миллион цветов платков. Еще у нас шьется органза дубайская, девочки мои, вообще. Посмотрите на носибочки, какая модель. Это модель новиночка, дорогая органза. Вот, с такими ручной работой, вот такая красота. Самое главное, вся эта красота вам. Цена 3500 рублей. По доступной цене вы будете красивыми, иншаллах. И на дахтарбанозойма органза. Девочки мои, вот органза. Вот такая золотая нежная органза. Черная вот такая органза. Рукава фонарики, девочки мои. Это рукава, посмотрите, как красиво. Вот, они вообще на теле вообще шикарные. Я же говорю, кто не оденет. Вот, девочки мои, смотрите. Смотрите, как это все. Это все сваровские ожерелья. Вот такие они идут. Это все сваровские. Вот этот цвет, девочки мои, посмотрите, какой красивый. Вот шоколадный цвет. Мы половина модели, девочки мои, уже продали, половина модели, даже без видео. Вот, мои красавицы, посмотрите, все серебро опять. И вот, посмотрите, вот такие. Посмотрите, какой цвет полюбившийся. Вот, из этой модели вот эти расцветочки, вот такая красота. Смотрите, видите? Теперь, мои хорошие, получили новую модель. Она так же, как и была в двоечке, Вот и идет платье. Посмотрите, какая красота. Вот. Дахтарони гахне, инайхель, инха. Инайх шруги рабине. Чхель на мемунанке махсад пупши мемунан пшидани. Ему сам кадахтаро умадан, хамих кадахтаро умадан пшидан ина. Девочки, вот, смотрите. Самое главное, стиль абайни. Абайни из-за того, что он идет широкий. Девочки, абая, абая это то, что она широкая. Вот что означает абая. Посмотрите, она как идет трапеция. Так же к нему ход не просвечивает. Вот, смотрите, модель не просвечивает, но еще к нему идет вот такой подклад. Видите, подклад, девочки мои, вот такой дорогой. Видите, он как светится, потому что он натуральный. И ко всем рукавам тоже идет подклад. Вот. Видите, вот. Посмотрите, как красиво. Это новые модели. Мы их сегодня половину уже продали. Там, я не знаю, сколько осталось, но вы можете заказать, потому что модели каждую неделю у нас новые новиночки. Еще модели только начинаются. Сезон только начинается. Насиба будет с вами работать, девочки мои. А я, иншаллах, по воле Всевышнего Аллаха, поеду на хадж. И я сейчас с вами поговорю на эту тему. У меня многие подписчики, у меня очень много русскоязычных подписчиков. Мы с ними договорились, что мы там тоже встретимся. Вот, посмотрите, какая красота. Тахтабану зойма, инах шругира диде, инаха. Анай цвеча бини. Амхадата нах шруанки, они такие красивые, на, когда одеваешь, вот. Вся эта красота, все для вас. А самое главное, вы будете красивы по доступным ценам. Как я вам сказала, то, что мы здесь продаем,
мы продаем, вы внимания не обращайте, но для вас 3500 рублей. Вся эта красота. Вот. И этот цвет, посмотрите, золото какое. Вот так рукавчик. Ну, хотите, можете так одевать, хоть хотите вот так. Размеры идут 42, 44, 46, 48 до 50. До 52 идут размеры. Три расцветочки. Вот золото. Вот такой цвет идет бежевый. И вот такой черно-белый. Вообще шикарные цвета. Все. Теперь пойдем дальше, мои хорошие. Завтра у нас еще модели. Но я думаю, девочки, еще вечернее платье у нас завтра есть. Но я завтра, наверное, будем делать наш национальный келин-салон. Потому что послезавтра, с понедельника, меня уже не будет. Насиба вам будет, Насиба Джон вам будет делать видео. Будут наши любимые крылья ангела. Наша любимая нарядка. Нарядка на весь мир и на весь мир. Вот. А теперь вот эта модель. Эта модель на мне. Дахтабанозо. И на мне модель Датанаймане. Размер уж мирован то панджоу шаша. Размер и панджоу шаша мирован то панджоу хашта. И мы все чан дахтарака пушундек. Бузбала, бузбала, кад баламьян. И модель очень хушруан. Барой катасша. Ага такша бубран. Румол шарфуш миша. Барой кабланд амика хушруанки баразмир мебрен там мепуша мебрен агар я аджебот хушруан. Дотта панджоу шаш, ай хами модель гири панджоу шаш, ина уз датанайма размери панджоу дай, панджоу ам даман мешава. Максат, панджоу дай датанайма, неки панджоу ам дыхтару гуфтунку меша, ина даже кишо таракай. Ана панджоу шаш пушит, ина дина съемка кабдымку, ин хели пешакошным хели чи доран. Дотта ай хаму اینم تا گریفت با گشت اومد با یه تایگه ای همین مدل گریفت با گشت با اومد اینم میره با پنج و شش ای همین گریفت دخترو اگر میپوشه نمیتا همین پوشید یک تاشا ایشا گفت نمیپوشو اینم تا در پیش گرفت سویت زیبی در گریفت رفتر برای که به حد لکالش شروعه برای قد بلندوی بوزبالار ای سنش نمیتوا یکون جشون نمیتوا شروعه اینم خیلی مدل ها انا ای را سویت کاش دخترو بار اینا بیشوی نگاه کنه نه ربینه چه خیلی خود دختگیه کچ سیخ شروگی ربینه نگاه کنه یا وام خاچو سکزایت مای خروشی شاس یک تک سکزالا مایم دیوچکا то, что высокая девушка полная пришла, она одевала размер 58, 56 одела, на ней так четко, так красиво, не надо подрезать на такой высокий рост, вообще так красиво. Она взяла два платья, еще вернулась, еще взяла одно платье. Два платья из всех моделей, вот, которые я вчера видео делала, и именно она за ними пришла, и одно платье из этого она взяла и пошла. Вот, из этих моделей, я не знаю, еще какие расцветки остались, какие не остались. Вот, зеленый цвет, посмотрите, вот какой, это шелк купра дубайская. И вот такие сваровские ожерелья, девочками, вот это все сваровские. И это асфальтный цвет, очень красивый цвет, он тоже очень идет. Вот это и вот бежевый. Сейчас мои девочки придут, мы покажем. Ана не гахне. Лола Джон и Манкатина Сиба Джон. Хартаха кошна пштан на хелх шру. Тасма кошна ме форад ме банди, на ме форад на ме банди. Самый главный, она ме хел модело. Она. И чили дра пшида с розабону имон модели нава. Дыхтаро не гахне чхелх шру. Девочки, посмотрите. Наша вот Лолочка одела размер 50 по 56. Это великаны. Тоже ткань дубайская. Шелк, жатка. Девочка очень красивая, очень нежная, дышащая. Наша вот Насибочка одела дубайский платок. Цена нашего дубайского платка, вы знаете, они у нас постоянно есть. А вот это платье новиночка. Вот без ремешочка, без ничего, если одеваешь. Цена 3500 рублей. Все наши модели по 3500 рублей, мои красавицы. И на Дахтабанозо, девочки мои, вот еще покажу вам, потому что у нас уже не хватило манекенов. Вот, посмотрите. Дахтаро не гахне.
اینم این مده لوره دخترو بی حد خشروان девочки мои, вот посмотрите, у нас не хватило манекенов на них. Вот, вот такая красота. Еще у нас вот эти модели, вот расцветочки, девочки. Эти расцветочки, вот, все это готово. Мы находимся в городе Москве, торговый комплекс «Садовод». Торговый центр корпус А, второй этаж, линия 2G20, 2G18. Пожалуйста, девочки, наша линия Г, почти все нарядные платья уже. Девочки, проходите. То, что у нас найдете, возьмете. То, что у соседей найдете, возьмете. Просто погуляйте, посмотрите. У нас очень много моделей. Сейчас по всей линии, линия Г, самая знаменитая на рынке Садоводе, потому что вы здесь найдете все самые нарядные платья. Проходите, что у нас найдете, что у соседей наших возьмете. У нас у всех очень много разных моделей. Проходите, мои хорошие. Мы вас все очень любим и стараемся, чтобы для вас делать все это по доступной цене. Вот, девочки мои, завтра я сделаю наши нарядные чаканы, наши таджикский национальный свадебный костюм. Вот. А потому что понедельник, наверное, меня уже не будет. Начнет Насибочка будет, начнет хорошо, что она тоже все почти что закончила свои дела, но наполовину. Но она вам будет делать видео, она вам будет все видеообзоры показывать. У нас очень много моделей в дороге. У нас очень много шьется дубайских, самых шикарных, лучших моделей. У нас очень много, иншалла, турецких, самых лучших моделей. А иншалла, когда, если по воле Аллаха суждено, я приеду, девочки мои, а потом начнем работать на все 100. Иншалла, все по воле Всевышнего Аллаха. За вас я всех буду делать, да, как я на каждый день, даже молитвы, мои молитвы я тоже за вас делаю, да, чтобы всегда у вас было все хорошо, счастья вам, радости в жизни и здоровья, самое главное здоровье, девочки. И, мои хорошие, также поеду за вас всех, буду за всех моих подписчиков сделаю, да, чтобы все, что у вас, не только за подписчиков, и за подписчиков в первую очередь, конечно, потому что вы мои самые родные, любимые, но за всех людей сделаем дуа, чтобы у них всех было все хорошо, самое главное, мира в мире и счастье во всех домах, счастье всем нашим деткам, внукам, всем в бизнесе удача, и чтобы у вас все расцветало еще, вы были здоровы, живы, здоровы, радостны, и все, чтобы у вас все ваши мечты сбылись. Сделаем за вас дуа. Амин. Рабиль аламин. Это я вам сказала от всей души. Но и также я вам сделаю за вас дуа. Будем делать, иншаллах. Бисмиллахир рахманир рахим. Духтару мархамат кине. Ина нигах кине. Духтара койму кшрубану зоиму омадан. Мархамат. Девочки, смотрите, какая красота. Шрубира диди дыхтару. Смотрите, чхэль кртаквок шруа. Остина коша биней дыхтару. Девочки, рукава посмотрите. Очень шикарная модель. Ее вообще сейчас у нас еще двоечки просят. Мы, это сейчас платье у нас есть, но и эту модель еще просят в двоечке, в костюме у нас. Вот невеста. Смотрите, скромная невеста. Вот такая, такая модель для скромной невесты. Иншалла, вот мы успели, сделали видео для вас. Тахтабану зойман и насуат хавшит харчи успеет кадем. Порой еще море видео кадем. Дахтару пугана сибоша иншалла.
видео чаканаяру симунагару спетнем пгабо бозора и мушамбебо спетнем пгагаршава чаканаяру симуна видео мекнем нишунту метими шолова бад айруз шамбе ак до обтев насибаджонама меспором кора бад насибоша хадоан рози боша сох саламат брем сох саламат бием дхтаро бад миунора сах мебандема кор мекнем дига факат кор хози فقط پیشروی میکنی، حاضی فقط کار میکنی، حاضی به کار استادن یک سیکند یک منوت ممکن نیست دختر. او وقتای پیشی نبودن مقصد می استادیم، کار میکنیم، کار نمیکنیم، مقصد هیچی چی نبود. انا حاضی دختر وقتی است که وقت به هدک زروندن ممکن نیست. هر یک سیکند منوت غنیمت های دختر. برای همین شما هم دختر ای من نصیحت همه وقت با فکر باشه، با اندیشه باشه، کار کنه به کار. شیشتن ممکنه در خونه هم باشه یکم فکر اندشه کنه کورکاتمون نبکنه که پیش روی کنه در زندگی یاردم کنه و شواتو ندخته رو های دیگه چی تو بگم انشالا با پگا خطی تو خیر منظر میکنم در حق ما داغو باشه ما هم در حق شما داغو باشه ساق سلامت بریم بیوی با ما خطی شما انشالا در دیگه چی بگم تو دختر رو فقط هر روزی نه دعای مادرانه من که در حق شما ما همه وقت داغویم همه مادر رو دست به دعا میبردارن میگن که اپا جان ما همین ویدیو رو آخر شش داد نکنیم که همین دست به دعا میبرداریم تا گوده که چوده که مایده مونه میشینن همین دعا رو دعا میکنن برای گفتم که میدونن که همه مادر رو یک دعا دارن که پروردگار رو همه مومین مسلمان خداوند رو در پناه خودش نگهبان و مددگار بشه. خداوند دنیا رو تنجی و امانی کنه. خداوند فرزندامون پروردگار در پناه خودش نگهبان باشه. خداوند برای روی کار شبته و کشویش کار سفری به خطر شبته. خداوند در کدام جای باشن در کدام شهر باشن پروردگار رو نگهبان شو باشه. ساق سلامت به وطن مونه. ساق سلامت با سری بلند با پیش زن فرزنداشون برشو بگردم خداوند همه بیمارو رو شفای کامل بده و پروردگار رو همه به فرزنده رو خداوند رو مستجاب آشون رو مستجاب بگردم خداوند رو که من در هر یک دعام در همه نمازم دعا میکنم خداوند همه به فرزنده رو که دعا میطلبم پروردگار رو دعاشون رو مستجاب بگردم نامید چون اگر خداوند حسن حسین و بیبی فاطمه زهرا شو بده پروردگار رو خداوند در کجای باشه خداوند ملت تاجیک سربلند باشه با آبرو با عزت با حرمت باشه خداوند تجارت کار باشه و سربلند باشه خداوند خانه آباد و تن صحت باشین خداوند در تجارت همتون برکت جو تن صحت سلامت توبجه خداوند حاجی بیبی و حاجی باباتون کنه و خداوند همه حاجی که حاجی فرضی رفتن پروردگار و ساق سلامت خداوند حجاشون پروردگار حجاشون قبول بگردونه و ساق سلامت به خونه و درشون برشو بگردونه پروردگار در پناه خودش نگهبان مو باشه ای تهمت ناگهان نگهبان مو باشه پروردگار در پناه خودش امانتیش نگهبان باشه و توکل من به جانب الله مهربان آمین و رب العالمین الله مهربان در پناه خداوند باشه دوستان تا بگره انشاءالله